Здравствуйте! В эфире «Медикум» – программа для тех, кто заботится о своем здоровье. Сегодня поговорим о том, как побороть стресс с помощью продуктов питания. Заодно приготовим по-настоящему весеннее и полезное блюдо. Научимся верно толковать показатели общего анализа крови, а еще узнаем, что вызывает аллергию у жителей нашего города, и поймем, как ей противостоять. Начнем, пожалуй. Весна – это время, когда природа пробуждается от зимнего сна. Но часто вместо прилива сил и бодрости мы замечаем у себя усталость, апатию, сонливость, рассеянность – так называемые признаки весеннего авитаминоза, сопровождающие смену времен года. На помощь нашему организму в период межсезонья приходят нутрициологи. И вот один из них, точнее одна, сегодня гость нашей студии. Важно понять, кто такие нутрициологи и чем они занимаются. Нутрициологи. Ну, вообще, нутрициология – это наука о питании, о питательных веществах и их влиянии на наш организм. То есть мы работаем с тарелочкой, так скажем, с продуктами, но мы стараемся не лезть внутрь организма, потому что мы не медики. То есть мы работаем вот так вот на поверхности, с продуктами. А почему так сейчас востребована помощь нутрициологов, их консультации, и эта наука сейчас в тренде? Потому что очень много информации сейчас. Есть такая информация, вот, наверное, вы слышали, превентейдж-медицина, антиэйдж-медицина. Это такие направления в современной медицине, которые, цель которых предотвратить дисбаланс в организме и вовремя скорректировать, чтобы в свое время сохранить нам здоровье на будущее. То есть у нас как привыкли? Ходим, вроде бы все хорошо, чуть-чуть здесь покололо, таблеточку выпил, а в старости, ой, столько болячек вылезло. Вот такая вот превентейдж-медицина, нутрициология, они для того, чтобы все это предотвратить, чтобы сейчас заняться своим организмом, сейчас заняться своим здоровьем, даже если ничего не беспокоит. То есть принципиальное отличие диетолога и нутрициолога заключается в том, что... В том, что диетолог лечит состояния какие-то болезненные, лечит болезни с помощью диеты, а нутрициолог, он вносит как бы баланс, так скажем, в тарелочку, да, клиент, который обратился, вносит баланс, да, поддерживает его здоровье, он смотрит, как бы, как у него работает организм, может посмотреть на анализы. Мы сегодня, вот последние недели, живем в состоянии стресса. И недавно я увидела информацию о том, что с помощью продуктов питания мы можем как-то это состояние тревожности снизить или вообще избавиться от него. Это верно? Я бы так сказала, мы можем не убрать стресс, мы можем помочь организму меньше его испытывать. Вот так вот. То есть, например, если мы сейчас перманентно находимся во внешнем стрессе, и мы с ним ничего не можем с этой ситуацией сделать, ну, может быть, попить там какие-то вспомогательные БАДы, то мы можем помочь себе внутренне. Например, очень такая проблема популярна, мы все ее знаем, но не все ее решаем, это питьевой режим. То есть работа организма без достаточного количества жидкости – это стресс. То есть если, когда нет перманентного стресса, у нас организм довольно хорошо с этим справляется, но когда еще и внешний стресс, еще и внутренний стресс, то я предлагаю фокус внимания все-таки немножечко пустить, вот, например, на то, что наладить питьевой режим, разнообразить свое питание, заглянуть в свою тарелку, посмотреть, что мы едим, убрать быстрые углеводы, потому что от быстрых углеводов, от чрезмерного потребления быстрых углеводов у нас подскакивает сахар, это опять же стресс для организма. То есть убрать вот этот внутренний стресс максимально. То есть я правильно понимаю, есть продукты, которые провоцируют эту тревожность, а есть те, которые ее могут нивелировать? Вот хорошее слово вы сказали, да, нивелировать. Не убрать, не загасить, нет, ну просто немножечко. А давайте перечислим и те, и другие. Те, которым стоит убрать, если мы хотим снизить тревожность, это что? Конечно же, быстрые углеводы. Конечно же, мы минимизируем конфетки, булочки сладкие. Если мы сладкоежка, то выбираем какой-то качественный горький шоколад, где поменьше сахара. Обязательно добавляем в рацион жиры. Ну, то есть, что это, да? Сразу же перейдем к практику. Купите орешки, возьмите вот, чтобы у вас вот была гроздь орешков. Если вы едите с утра кашу из сложных углеводов, просто вот туда семечки, орешки. Вот это вот немножечко по чуть-чуть добавить в рацион, немножечко жиров. Рыбу. Если кому-то кажется, что... Ой, я так не люблю рыбу, но мне кажется, что вот скумбрию и селедку соленую любят все. Ну почему же это неправильное питание? Все это можно поесть. Купите скумбрию, это очень хорошая жирная рыба. Вот они, жиры. То есть все достаточно элементарно. Главное не усложнять.
Так, хорошо, то есть мы избавились от быстрых углеводов. Да, мы минимизировали быстрые углеводы. Это все, что сладкое, сахар, белая мука. И мы добавили жиров, орешки. Газировку, естественно, тоже газировку, убираем в любом виде, даже если это минеральная газированная вода. Нет, минеральную газированную можно. Мы пьем, да. Да. Так, что-то еще мы упускаем? Мы добавляем жиры, мы следим за количеством белков. То есть мы... количество белков, то есть это у нас... Животного и растительного происхождения. Животного и растительного происхождения, да. С утра яйцо, где-то там у нас фасоль, где-то на бутербродик мы себе консервированную фасоль тоже добавили. На ужин у нас рыбка или котлетки. Но так у нас вот в процентном соотношении сколько на этой тарелке должно присутствовать белков, жиров, углеводов? Есть очень хорошая сложных. Такая, да, есть очень хорошая такая методика, метод здоровой тарелки, да, это гарвардская тарелка называется. То есть мы берем большую тарелку, делим ее на 4 части. Одна часть у нас белки, то есть, предположим, у нас лежит котлета, а вторая часть у нас сложные углеводы, это гарнир любой, греча, макароны, рис, что угодно. Здесь у нас лежат овощи на одной части и фрукты. То есть вот это наша идеальная тарелочка. Так 3 раза в день, все, все прекрасно. И в качестве, баланс. В качестве питья у нас, как правило, вода. У нас, как чистая правило, вода. Вода, травяной чай, зеленый чай. Ну, мы, конечно, черный чай тоже все любим, и кофе, но это все-таки не жидкость для организма. То есть это больше наш такой энергетик и чай. И без добавления подсластителей, как я понимаю. Желательно, конечно же, да. А как вы относитесь к искусственным подсластителям, типа эритрита? Я, если честно, я ко всему отношусь довольно хорошо. Единственное, что все есть яд и все есть наше здоровье. То есть главное количество. То есть если, например, вы пьете 3 чашки чая в день, для вас они важны, и вы любите именно сладкий чай, то я бы сказала, что вот утренний давайте сахар, а 2 остальных все-таки сахарозаменитель мы добавим. Вот так вот. А не так, что мы этот сахарозаменитель сейчас везде внедряем. И в выпечку там кто-то у нас умудряется. Да, и еще внедряют сахарозаменитель те, кто стремится быстро похудеть. И вот какие самые распространенные ошибки мы совершаем в этом стремлении добиться стройности? Вот, вот вы уже сказали уже фразу, да, быстро похудеть. Вот она самая основная ошибка. То, что мы хотим быстро похудеть, у нас не хватает терпения. Мы берем какой-то курс краткосрочный, 2-3 недели, и у нас вся надежда на него. Нам кажется, что сейчас вот он закончится, и все, моя жизнь наладится. На самом деле это вот такая вот ошибка мышления. А, так скажем, что когда мы хотим похудеть, нужно, вот есть 4 правила похудения. Мы сейчас еще и на курсах вам деньги сэкономим. Да. Есть несколько правил похудения, которые должны соответствовать вот вашей диете. Например, вы решили постройнеть, да, немножечко сбросить вес, и думаете, как же, вот все ли делаю я правильно? И задав себе вот эти несколько вопросов, вы поймете, правильно ли вы делаете. Первое, что должно быть, вам должно быть вкусно. Потому что только если вам вкусно, значит, ваша диета, ваше питание имеет перспективу на будущее. Потому что если вам вот этот краткосрочный период не вкусно, значит, потом... Через спустя 2-3 недели вы все равно вернетесь к тому, что вкусно. И вот это называется срыв и откат, и ничего хорошего из этого не выходит. Потом должно быть низкокалорийно. Ну, то есть определенные принципы правильного питания, приготовления пищи. Если их соблюдать, то можно... Вообще выражение есть, можно ведрами есть, но я не буду это говорить. Если соблюдать правила приготовления пищи, то можно есть достаточно большие порции, быть все время сытым. И счастливым человеком. И счастливым человеком. Стройным. Потому что вкусная, здоровая еда, она вырабатывает в нас гормон сытости, гормон счастья. Благополучие мы испытываем тогда, когда вот мы вкусно поели и сыты, и все хорошо. Ну, не только тогда, но и тогда тоже. Но мы эту еду должны же еще и каким-то образом готовить, то есть избегать, например, жарения. Да, вот они принципы, да, правильного питания. Если мы едим картошку, если она картошка приготовлена в мундире или запеченная картошка, да, у этой картошки калорийность в разы ниже, чем у жареной картошки, которую мы залили большое количество масла. Или то даже... есть нет плохой картошки, есть нет плохой неправильный картошки, способ есть ее неправильный готовить. Способ приготовления, повышения калорийности этой самой картошки. То есть все, картошка высококалорийная, ну, блюдо получилось высококалорийное, мы ее поели, даже если чуть-чуть, но калораж суточный уже мы превысили, все, вес не будет падать, вес будет расти. Вот так вот. То есть можно все, но знать нужно правила. Вначале вы сказали о превентивной и анти-эйдж нутрициологии. Давайте об этом тоже даже расскажем подробнее. Да.
Ну, вот главная цель вот этой, это современные направления, я бы так сказала. Я не называла это медициной, потому что доказательная медицина отрицает эти методы. А почему? Потому что доказательная медицина — это когда лекарство подходит 80%, 80%, 90% людей подходит это лекарство. Есть эффективность. Да, да. Есть эффективность. А вот Prevent Age, Anti-Age, там, во-первых, не было как таковых исследований, во-вторых, все-таки там подходит 10%, остальные гуляют и этим не пользуются. То есть, значит, это уже не доказательная медицина, значит, это уже некое направление такое современное. Направлено на то, чтобы выявить и скорректировать дисбаланс в организме. Я как нутрициолог скажу, что дисбаланс в организме, одной из причин дисбаланса в организме — это дисбаланс в тарелке. Остальное там уже лечит, конечно, сдача анализов и корректировка БАДами и какими-то препаратами. А анти-эйдж, какие мы можем процессы, может быть, замедлить или отменить, если придерживаться определенных правил? Ну, конечно, мы все в это верим, да, мы хотим верить, что это все существует, да. Когда-то я начинала свой путь вот этого познания нутрициологии именно с того момента, что мне перевалило за 30 лет, и я думаю, господи, я хочу вечную молодость, мне так страшно. Ну, вот, когда начинаешь копаться, ты все время приходишь к идее, я изучаю информацию, я опять прихожу к идее, я опять прихожу к тарелке, думаю, ну, что ж такое, значит, мы то, что мы едим. То есть реально можно замедлить эти неотвратимые процессы старения? Я считаю, что да. И это не я считаю. Мы же смотрим телевизор, мы же видим каких-то звезд, мы видим каких-то, ну, женщин, да, с экрана. Но комментаторы диванные, они считают, что это заслуга пластической хирургии. Ну нет же, конечно. А Джулия Робертс, она же за естественность, она же против пластики и всего. И у нас очень много красивых тоже актрис. Я вообще вдохновляюсь вот женщинами, у которых много детей, там, которые хорошо выглядят. А тогда интересен ваш личный пример, чего никогда мы не увидим на вашем столе и что в вашем холодильнике в избытке. Никогда на моем столе, ну, на столе, на моей части стола вы не увидите алкоголь. А я не употребляю алкоголь, это осознанное решение. Я знаю сторонников алкоголя, и каждый защищает свою правду, но у меня она тоже своя. А в избытке у меня всегда есть в холодильнике капуста. Вот всегда. Это грубая клетчатка, она вот необходима нам. Даже если мы едим вот мясо, котлетку, и чтобы вот это все лучше усвоилось, нужно обязательно есть клетчатку. Я вот даже просто лист порву и обязательно поем с капустой. Я надеюсь, что наши зрители, они теперь пересмотрят подход к своему продуктовому шопингу и обновят состав своего холодильника. Главное не усложнять. Мы немножко усложняем все это в голове, на самом деле все проще. Спасибо вам большое. Самое время доставить нашему организму радость в виде полезного, насыщенного витаминами и микроэлементами блюда. Ловите видеорецепт. Началась весна, на улице потеплело, увеличилась продолжительность дня. Казалось бы, что может быть лучше? Но именно в это время мы, как правило, оказываемся более раздражительными, чем обычно. А наш ослабленный после зимы организм может стать мишенью для всевозможных инфекций. Врачи объясняют, все эти симптомы являются признаками нехватки витаминов. Зимой наша пища не отличается особым разнообразием. Рафинированные продукты, полуфабрикаты и консервы. Нехватка витаминов может вызвать сонливость, тошноту и головокружение, отсутствие аппетита, быструю утомляемость, ухудшение качества сна, депрессию, снижение остроты зрения, проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях может привести к сбоям в работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Начало весны – отличный повод заменить сладкую выпечку и полуфабрикаты детокс-коктейлями, молодыми побегами спаржи, свежими и сочными фруктами, а еще можно поэкспериментировать и приготовить витаминный микс из разнообразных овощей. Как это сделать, расскажет и покажет по своему авторскому рецепту шеф-повар Артур Мурадян. Сегодня будем приготовить для вас очень вкусный салат, полно витамины там. После такой тяжелой зимы надо попробовать вот этот салат обязательно, потому что здесь очень много витаминов полезных. Первое, с чего мы начнем, это огурцы. Мало кто знает, но они содержат множество микроэлементов, к примеру, калий, кальций, железо, фосфор и йод. В небольших количествах в огурцах имеются витамины каротин, В2, В1, ПП, В6, С и другие. Далее мы берем болгарский перец, красный и желтый. Цвет значения не имеет, выбирайте тот, что радует глаз. Этот овощ также богат антиоксидантами и микроэлементами. Часто его употребляют при анемии, низком иммунитете, раннем облысении или остеопорозе.
Самый экзотический на сегодня ингредиент – авокадо. Его плод содержит около 20 различных витаминов, минералов и антиоксидантов. К самым мощным относятся витамины группы А, Е и С. Кроме них в состав авокадо входят калий, натрий, кальций, фосфор, марганец, магний, железо и витамины группы В. Дальше по вкусу мы добавляем молотый орех, гранат, зелень и оливковое масло. Ну и ведущую партию в этом блюде играет осетинский сыр. Он также богат витаминами и полезными веществами и показан тем, кто испытывает серьезные физические и умственные нагрузки. Все потому, что сыр обладает большим количеством витаминов группы В. Именно они благоприятно влияют на нервную систему и помогают при борьбе с бессонницей и стрессом. Благодаря наличию калия в продукте улучшается работа сердечно-сосудистой системы, а улучшить остроту вашего зрения и качество кожи поможет входящий в его состав витамин А. Соблюдайте витаминный баланс, своевременно определяйте и восполняйте дефицит необходимых микроэлементов в организме, и ваше тело непременно отблагодарит вас красотой, силой и здоровьем. Итак, все-таки разберем салат. Во-первых, салат – это клетчатка. Клетчатка – это пища для полезных бактерий нашего кишечника. Чем больше полезных бактерий, чем более здоровая микрофлора нашего кишечника, тем, безусловно, крепче иммунитет. Поэтому салат – это иммунитет. Второй важный момент, который тоже имеет смысл рассмотреть, это существует такое правило – радуга на тарелке. И суть его заключается в том, что чем больше цветов мы помещаем в свою тарелку, тем больше пользы мы приносим организму. В каждом цвете содержатся свои витамины, свои биофлавоноиды. И чем богаче наша тарелка по цветам, тем большую пользу мы даем и нашему организму с точки зрения макро- и микроэлементов, и тем качественнее мы кормим нашу микрофлору кишечника. Наибольшую пользу нам принесут продукты, которые выращены на нашей земле, безусловно, либо продукты, которые выращены в этот сезон. Поэтому всегда стоит выбирать то, что доступно у нас, в нашем регионе, и то, что сейчас сезонно. Огурцы можно заменить тем же брокколи, например, если мы хотим добавить вот эту хрустящесть. Болгарский перец, если мы хотим добавить сладость, да, это можно заменить чудесной свеклой, которая у нас растет, невероятно полезно. Поэтому всегда, когда вы формируете свою тарелку салатную, подумайте, а в это время ваши предки ели этот продукт? Он уже был на этой территории. Подумайте о том, а растет ли он где-то вот в пределах вашей страны. И если ответы да, то кладите, это правда будет отличная польза для вашего организма. В салате есть масло. Масло должно быть, конечно же, у нас первого отжима не рафинированное, чтобы это была действительно польза для организма, а не просто непонятной структуры вещество. Но есть там еще орех. И вот этот вот орех, он как раз-таки помешает и кальцию, и железу, и всем полезным веществам усвоиться. К сожалению, это правда, поэтому орехи нужно замачивать. Я уверена, что повар, который готовит салат, это знает, и свои орехи колотые он предварительно замочил. И тогда это отлично и очень полезно. В салате есть осетинский сыр. Прекрасен при условии, если он сделан из домашнего молока. Домашней коровки, которая гуляла у нас на лугу, которая у нас ела траву, которая не кололась антибиотиками и гормонами, и тогда, безусловно, этот сыр невероятно полезен. Что еще у нас есть в салате? Собственно, гранат. Гранат – это сезонно, потому что выращен он у нас относительно недавно, хорошо сохраняется, ниоткуда ни из далеких заморских краев не привезен. Соответственно, гранат – прекрасный источник и витамина С, и фолиевой кислоты, и витамина К. Чудесно использовать салаты, добавлять – очень даже прекрасная идея. Зелень. Зелень – это всегда хороший выбор. Зелень содержит невероятное количество витаминов группы В. Авокадо. Авокадо – продукт все-таки заморский, но он всегда сезонный, и более того, он очень легко транспортируется. То есть это один из чистых продуктов, его не нужно ничем снабжать дополнительно для того, чтобы он пережил эту перевозку, в том числе в Россию. Поэтому к нему можно относиться легко и с радостью добавлять в свои блюда. Он содержит колоссальное количество жирорастворимых витаминов, потому что, в принципе, такой очень жирный, хороший источник жиров, правильных, полезных. Салат – хороший выбор, особенно когда подходить к этому с умом, используя основные правила радуги на тарелке, сезонности продукта и любви. Конечно же, любое блюдо, приготовленное с любовью, доставит гораздо больше пользы организму, чем блюдо, приготовленное наспех и для того, чтобы просто приготовить. Будьте здоровы! Общий
Общий анализ крови – самый распространенный метод диагностики, направленный на определение количества различных клеток крови, их параметров и показателей, отражающих их соотношение и функционирование. Впервые о нем заговорили в 16 веке, а в 1852 году химик Карл Вейрорт провел первый лабораторный подсчет клеток. С помощью общего анализа крови врачи могут обнаружить болезнь на ранней стадии, даже если основные симптомы заболевания еще не проявлены. Именно поэтому он проводится при любом профилактическом обследовании. Рекомендуется сдавать общий анализ крови здоровым людям ежегодно, как минимум. Если же у человека имеются какие-либо хронические заболевания, то, соответственно, мы следуем рекомендациям врача и сдавать необходимо уже более часто, то есть мы исходим от того, что нам все-таки рекомендует врач. Основными показателями, входящие в общий анализ крови, это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. К примеру, эритроциты – это красные кровяные тельца, они содержат гемоглобин и этим участвуют в процессе кислородного обмена в организме. Снижение содержания эритроцитов в крови наблюдается при анемиях, кровотечениях и беременности, а превышение нормы может свидетельствовать об обезвоживании, эритремии, опухоли, а также таких заболеваниях, как киста почки или водянка почечных лоханок. А лейкоциты же, это их принято называть белые кровяные тельца, они свидетельствуют о наличии воспалительного процесса в организме. Чем выше показатели нормы, тем более сложно протекает процесс. Помимо этих показателей есть еще лейкоцитарная формула, такое понятие. Оно у нас отображается уже в исследовании клинический анализ крови, развернутый с лейкоцитарной формулой. За свертываемость крови отвечают тромбоциты. Пониженный уровень может указывать на тяжелый воспалительный процесс. Пониженный уровень может указывать на тяжелый воспалительный процесс или аутоиммунное заболевание. Повышенный же характерен для состояния после значительных кровопотерь, например, после перенесенной операции, а также наблюдается при раковых заболеваниях или атрофии. Забор крови может осуществляться из пальца и из вены. Несмотря на то, что процедура взятия крови для общего анализа проста, существует ряд инструкций, которые необходимо выполнять перед проведением сдачи. Соблюдение 8-часового интервального голодания. Рекомендуется сдавать анализ крови с 8 до 11 часов утра. Ну, это как в виде рекомендации мы даем пациентам. Также накануне рекомендуем не употреблять жареную, жирную, острую пищу, богатую жирами, исключить за сутки употребление алкоголя, сохранить психоэмоциональный покой и воздержаться от активных физических нагрузок. Важно помнить, что только врач может правильно трактовать изменения в результатах исследования. Не занимайтесь самодиагностикой и обращайтесь за помощью к специалисту. «Есть ли у вас аллергия и на что?» – спросили мы жители нашего города. И вот что они нам ответили. Да, у меня есть аллергия на все, что связано с цитрусом. Это просто для меня большой табу. Как вы с этим справляетесь? Никак, не кушаю. Отказываюсь от любимого, но иногда приходится кушать и страдать. Когда ты любишь, ты страдаешь. Аллергии нет у меня ни на что. Вообще как, такой аллергии нету, наверное. Я заметил, что семечки грызу очень долго, а нос чешется. У меня аллергия на антибиотики, поэтому я стараюсь их не пить. Да, есть аллергия на амброзию. Вообще ни на что. Весной пробуждается не только природа, но и аллергия, а повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу – аллергену. И так уж повелось, что для многих из нас пора цветения становится испытанием на прочность. Как пережить аллергикам это непростое время, узнаем у аллерголога-иммунолога Анжелы Мирзаевой. Хотелось бы узнать, почему у одних людей есть аллергия, а у других как будто бы нет. Да, действительно, люди делятся на тех, у кого есть аллергия, и тех, у кого аллергии нет. Почему это произошло, объяснить очень сложно, но аллергию теперь называют болезнью цивилизованных стран. И мы замечаем, что среди нас аллергиков становится все больше и больше, и все чаще на приеме я слышу: «Доктор, ну у нас в семье никого нет аллергика, почему у нашего там мальчика или девочки аллергия?» Теорий огромное количество, но на самом деле это идет на уровне генетики. И
Аллергия – это извращенная реакция организма на что-то нормальное. И еще одна ошибка, о которой всегда говорят пациенты, что у меня, наверное, низкий иммунитет или у моего ребенка низкий иммунитет, поэтому у меня аллергия. Поднимите мне иммунитет. Так вот, как раз-таки аллергия – это гиперфункция иммунной системы, когда она воспринимает какие-то аллергены как что-то чужеродное и пытается избавить организм от этого чужеродного агента. А на что чаще всего у жителей нашей республики бывает аллергия? Именно у наших жителей нашей республики, Южного федерального округа, это, конечно же, сорные травы, которые вступают в цветение в августе-сентябре. Но, несмотря на это, все-таки весной цветет береза, и хотя для нашего региона это как бы не характерно цветение березы, однако огромное количество пациентов также страдает аллергией на цветение деревьев. В феврале, например, уже цветет родственница березы, это лещина, это тот же фундук, а также уже в марте начинает цвести у нас ольха. И пациенты не понимают, почему сейчас еще зима, а мне уже плохо, у меня чешутся глаза, я часто чихаю, у меня выделение из носа и так далее. И у нас уже в начале февраля ольха и лещина начинают выбрасывать пыльцу, и пациенты испытывают симптомы аллергии. Но ведь в этот период можно легко спутать простуду и аллергию. Совершенно верно, так как и происходит. Как не попасть в просак? Так и происходит. Мамы приводят детей с жалобами на то, что посмотрите, доктор, мы без конца кашляем, чихаем, и им кажется, что раз он так часто чихает и кашляет, то это аллергия. Но на самом деле это просто идет адаптационный период у ребенка, когда иммунитет знакомится с новыми вирусами, бактериями, ходит в детский сад, в школу, первый класс, опять новая среда, и я вижу, что симптомов аллергии здесь нет. Аллергия, она отличима тем, что когда мы сконтактировали с каким-либо аллергеном, мгновенно идет ответ. Это начинается серия чиханий, закладывает нос, течет из носа, зудит глотка, зудит нос, глаза, текут глаза. У некоторых, конечно, присоединяется и свистящее дыхание, обструкция. И когда мы проводим противоаллергическую терапию, то мы видим быстрый эффект. А чем отличается простуда? Вот сегодня даже общалась с одной мамой, она говорит, ну, в течение недели я лечу, я вижу, что это аллергия. Но быстрого эффекта от противоаллергической терапии она не видит. Таким образом, у меня складывается впечатление, что там нет аллергии, а это простуда. Ну, теперь дальше уже просто до обследования покажет. И какие нужно пройти обследования? Вот какие анализы наиболее информативные и расскажут нам, что у нас действительно истинная аллергия на что-то? Существуют различные методики для определения аллергии. Есть кожные тесты, и есть анализы на специфический иммуноглобулин Е к конкретному аллергену. Разные методики, которые мы по крови смотрим. Кожные тестирования хорошие, это золотой стандарт, в принципе, в аллергодиагностике. Уже огромное количество времени используется всеми аллергологами в мире, и это достоверный метод. Единственное, например, мы редко используем у детей младше 5 лет. Или сложность в том, что если пациент выпил антигистаминный препарат, то мы можем не увидеть результаты. То есть требуется определенная подготовка. Анализы крови на специфический иммуноглобулин Е, он удобен тем, что мы можем посмотреть на большое количество аллергенов одномоментно. Не нужна специальная какая-то подготовка. На хорошую методику, если, например, этот метод иммунокап, то даже не влияет прием пищи или какие-то медикаменты. Поэтому достоверность очень высокая. И, в принципе, аллергодиагностика методом иммунокапа – это золотой стандарт в аллергологии. А следует ли проходить такое обследование перед, например, вакцинацией? Перед вакцинацией мы такие исследования не проводим. Мы проводим только в том случае, если пациент обратился с жалобами на симптомы аллергии. Если пациент уже знает, что он аллергик, на что-то реагирует, и в этот момент у него идет обострение аллергии, мы просто говорим, сейчас вам вакцинация не показана, мы переносим этот процесс на период ремиссии. То есть если это круглогодичный какой-то аллергический ринит или аллергическая реакция, например, на клещей домашней пыли, то мы вводим пациента в ремиссию, то есть мы снимаем симптомы и таким образом вакцинируем. Если у пациента сезонная аллергия и у него разгар вот этого заболевания, то есть разгар периода цветения, мы просто дожидаемся того периода, когда цветение проходит, и вакцинируем человека. Вот такая диагностика перед вакцинацией не показана. А еще интересно мне, как родителю, если у моего ребенка наблюдается аллергическая реакция на какое-либо вещество, как быть с прививками?
бояться их, избегать или прививаться. Важно знать, какое вещество. Угу. То есть, если это, например, какое-то моющее средство, угу. и на него есть реакция, но вакцина не содержит этого вещества, тогда бояться не стоит. Мы вообще не вакцинируем только в том случае, если, например, в этой вакцине есть то вещество, на которое человек реагирует. Или же, например, была произведена вакцинация, была какая-то реакция, и мы уже эту же вакцину второй раз не вводим, потому что мы не будем рисковать. По сути, все вакцины, они разные, они содержат разное там, действующее вещество, и мы должны знать, на какое вещество человек реагирует. А может ли аллергия пройти с возрастом? Можем ли мы как-то перерасти ее? Угу. Да, конечно, такой шанс есть, и он не более 10%, к сожалению. А чем это связано бывает? Это такая особенность иммунной системы. Угу. Наоборот, она больше склонна к тому, чтобы расширялся спектр аллергенов и даже утяжелялся. То есть, если это были легкие симптомы, почихивание, легкий зуд глаз, то в следующем году это могут быть более интенсивные. И тоже зависит от количества пыльцы, от количества аллергена, от того, что было в предыдущем году, или вот в процессе жизни, что происходит с этим ребенком или со взрослым человеком. Но чаще, конечно, в детском периоде мы встречаем первый эпизод аллергии, поэтому может ребенок перерасти, но чаще происходит, что бывает сегодня, например, это домашняя пыль, завтра это уже амброзия, послезавтра береза и так далее, и так далее. У кого-то всю жизнь только на березу или только на амброзию, или только на клещи домашней пыли, и одни и те же симптомы беспокоят долгие годы. У кого-то действительно, есть такие пациенты, которые рассказывают, вы знаете, у меня была в детстве вот такая реакция на что-либо, а потом я вырос, у меня это прошло. Чаще это происходит после переходного возраста. Но один есть нюанс. Лечение аллергии настоящее. Есть единственный способ лечения – это аллерген-специфическая иммунотерапия. Когда мы причинно-значим аллерген, вводим в организм разным способом. Есть инъекционные формы, есть подъязычные таблетки, спреи, капли. И они обучают нашу иммунную систему и показывают, смотри, это тебе не враг, это тебе друг, и ты перестать должен реагировать, как будто бы что-то такое плохое в твой организм попадает. И мы 3 или 5 лет проводим такую терапию, и пациенты перестают уже в первый год лечения перестают реагировать на свой аллерген. Они уже не боятся ездить в поездах, прыгать на кровати, ходить в поле, если там цветет луговые травы, или цветет береза, или сорные травы. И такая терапия хороший ответ дает именно у детей, потому что у них иммунная система очень гибкая, пластичная, она дает хороший ответ. И если мама и папа будут ждать, пока их ребенок перерастет, они отдаляют ребенка от эффекта, они снижают качество жизни этого человека, они рискуют развитием бронхиальной астмы. И чем старше даже ребенок, подросток, он может уже не выполнять те рекомендации, которые говорит врач или родитель. Потому что чем младше ребенок, тем он лучше слушается, проводит эту терапию и так далее. И эффект будет лучше, нежели когда взрослый начинает проводить такую терапию, хотя я вижу результаты и у взрослых, и у детей. Но все же дети дают лучший результат. Поэтому стоит ли ждать, чтобы перерос? Думаю, что не стоит. А что будет, если не лечить аллергию? Да, важно лечить аллергию. К сожалению, не на все аллергены есть лечение, на большинство есть. Если не прекращать контактировать с аллергеном, то может развиваться бронхиальная астма, что самое тяжелое из вот аллергических проявлений. Могут возникать анафилактические реакции. Мы сейчас, конечно, не говорим про пищевую аллергию, мы говорим про респираторную аллергию. Это когда вдыхаем аллерген и видим какой-то результат. При пищевой аллергии способ лечения единственный. Это убираем из рациона аллерген, не употребляем его, чтобы не было анафилактической реакции, чтобы не было отека Квинки, ангиотеков. Если мы говорим про цветение, если мы говорим про бытовые аллергены, мы тоже должны минимизировать контакт с этими аллергенами. И если мы все-таки не будем лечить, то может утяжеляться сам процесс, вот как даже аллергический ринит. Он бывает настолько у некоторых людей тяжелые, что даже они труднее переносят, чем пациенты с бронхиальной астмой. Поэтому лечить однозначно нужно. Не всякая бронхиальная астма уже поддается терапии, когда она развилась, к сожалению. Качество жизни снижается. У пациента с бронхиальной астмой он зависит от лекарств. Например, мне звонит, пишет пациентка в соцсетях, что они оказались в таких условиях, где
они оказались за границей, где нет рецепта, где они не могут приобрести рецептурный препарат для астмы, и она просит ей помочь, как вот ребенку снимать приступы. Конечно, я никак, потому что нужен специальный ингалятор, специальный препарат, который будет снимать эти спазмы. Поэтому лучше, конечно, не доводить. Если есть такая возможность, лучше не доводить до бронхиальной астмы. Хотя у меня есть много пациентов, которые начали аллерген-специфическую иммунотерапию, и у них прошли приступы, даже уже будучи с астмой. Поэтому лечить нужно. То есть, если мы наблюдаем какую-то острую аллергическую реакцию, мы сами ничем помочь человеку не можем без препарата. Нет, есть, конечно, методики, которые описаны в литературе, что вот выделение адреналина человеком эндогенного, то есть простимулировать выработку адреналина может снять эту реакцию. Но мы никто не будем использовать эти методы в жизни. Это просто, они как будто бы варварские. Поэтому, да, всегда у таких пациентов должны быть препараты. Аптечки с собой. Да, они должны быть в сумочке, они должны быть в машине, они должны быть дома, чтобы пациент всегда имел доступ к ним. Конечно, так. Спасибо большое. Я думаю, после нашей беседы нашим телезрителям будет легче дышать. Я тоже на это надеюсь. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Будьте здоровы и всего доброго.